Любовь сильнее страха. Мы – музыканты. Выпускники Республиканской гимназии колледжа при Белорусской академии музыки. Лауреаты международных конкурсов, магистры и кандидаты искусствоведения. На концертных и театральных площадках, университетских классах. На международных конференциях и на страницах ведущих изданий. Мы, по сути, являемся культурными послами Беларуси по всему миру. Мы требуем освободить Марию Колесникову и всех политических заключенных. И прекратить репрессии против народа Беларуси. Прямо сейчас, каждый день. И даже в этот момент, пока вы смотрите это видео, неизвестные личности в масках и без опознавательных знаков, представляющие нынешнюю незаконную власть, похищают, задерживают, избивают, уничтожают мирных белорусов. Против тех, кто осмелился выразить свое несогласие с существующим положением дел, фабрикуют уголовные дела и бросают в тюрьмы как преступников, в то время как настоящие бандиты в балаклавах и судейских мантиях продолжают безнаказанно вершить беззаконие. Мария Колесникова не занималась борьбой за власть. Ее борьба – это борьба за честность, справедливость и за соблюдение законов Республики Беларусь. Любовь сильнее бесправия. Выборы можно украсть. Но нельзя украсть нашу волю к свободе и справедливости. Мы любим нашу родную страну. Нашу Беларусь. Наши голоса едины, и не только в музыке. Пока мы едины, мы непобедимы. Любовь сильнее произвола. Для многих из нас Мария Колесникова является другом, хорошей знакомой, уважаемой коллегой. Ее вклад в белорусскую и мировую культуру и гражданское общество огромен. Одного этого было бы достаточно, но Мария сделала невероятное. Она услышала голоса миллионов белорусов и научила их звучать в унисон. Любовь сильнее страха, говорит Маша. Ее фантастической отвагой и храбростью мы все гордимся и восхищаемся. Мы поддерживаем Марию. Мы требуем освободить всех политзаключенных. С нами совесть. Правда. Честность. Солидарность. И любовь. А любовь сильнее всего. Свободу нашей Маше!